активисты Одинцовского отделения «Единой России» приняли участие в праздничных гуляниях на дне города Звенигорода. Как отметил секретарь местного отделения партии, глава округа Андрей Иванов, Звенигород – это город, который создан для того, чтобы вдохновлять. Красота природных ландшафтов здесь переплетается с настоящими культурными сокровищами. Каждый уголок города пронизан историей. И вместе с тем олицетворяет собой вечную молодость и развитие, отметил Андрей Иванов. День города прошел и в Голицыно. Центральной площадкой праздника стал парк героев 1812 года. Вместе с коллективами Захаровского дома культуры в организации торжества принял участие депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Владимир Веницкий.